Насос для пруда фирмы Сансан, модель STP14000 ЭКО. Всем привет! Сегодня мы рассмотрим насос для пруда с фирмы Сансан, производство Китай, модель STP14000. Данная модель насоса часто используется для прудов, любых видов водоемов, фонтанов, водопадов и для перекачки воды из емкости А в емкость Б. Что мы видим внутри? Инструкция, естественно, только на английском языке. Тут базовые моменты можно тут посмотреть, почитать. Комплекс переходников-штуцеров под разного диаметра шланги, что упрощает способ монтажа этого насоса. Что из себя представляет насос? Сам насос, спереди у него идет префильтр, который позволяет предотвратить загрязнение ротора, который качает воду. Потом сам провод. В таком варианте, как он сейчас представлен. То есть опускаем сам насос полностью в воду. Подсоединяем любой из штуцеров. Сюда подсоединяется шланг от фильтра или шланг, который идет на водопад. Сюда идет всос воды. Отсюда идет выброс воды. Эти насосы предназначены для работы 24 часа в сутки. Дальше, если мы сняли префильтр, что мы получаем? Мы получаем полноценный насос для работы снаружи пруда. Один штуцер сюда, один штуцер сюда. Сюда происходит всос воды, отсюда выброс воды. В таком исполнении наш насос может работать снаружи пруда и быть наружным. Но для того, чтобы заработала система фильтрации с помощью наружного насоса, вам будет необходимо залить во всю систему воду, для того, чтобы фильтр вместе с насосом заработал. Далее, что мы видим? Сам по себе провод имеет длину 5 метров, изготовлен из очень качественного материала, который не боится ультрафиолетовых излучений, и можно даже закапывать его в землю. Он очень мягкий, эластичный. Производителем была устранена проблема по поводу перелома провода в данном месте. То есть они еще дополнительно установили вторую резинку, которая предотвращает перегиб и перелом. Данный насос является насосом довольно-таки очень экономичным, потому здесь написано ЭКО, то есть действительно этот насос из ЭКО-серии. ЭКО не из-за того, что он сделан с экологически чистых материалов, а из-за того, что он помогает экономить. За счет чего? Модель STP14000 потребляет всего лишь 120 ватт в час. При этой малой потребляемости он выдает 14 тысяч литров в час перекачки и может поднять воду через заводской штуцер на высоту аж 7 метров. Таким образом, подведем итог. Сам по себе насос мощный, высокопроизводительный. Насосы серии STP могут работать как и в морской, так и в пресной воде. Имеет качественный провод, длинный провод, защита от перелома, комплект штуцеров, которые упрощают монтаж. Может использоваться как и в подводным, так и надводным вариантом. Потребляет малое количество электроэнергии и выдает большие показатели. Некоторые задают вопрос, а зачем нам эта экономия электроэнергии, разве это много? Но мы неоднократно считали, если взять аналогичный насос даже этой же фирмы Сансан,
и просчитать выдаваемую мощность и сколько потребляет, то насосы серии ЭКО в течение года за счет экономии на электроэнергии просто отбивают свою стоимость. Поэтому рекомендуем, обращайтесь по интересующим вопросам, переходите на наш сайт по ссылочке ниже. Спасибо, до свидания.